Спасатели МЧС России эвакуировали более 20 человек, отбуксировали один пассажирский автобус и три грузовых автомобиля, которые попали в снежный плен на перевале Высокогорский в Дальнегорском городском округе. Кроме того, спасатели оказали активное содействие дорожным службам по расчистке заснеженной дороги. На данный момент проезд на перевале открыт для всех видов транспорта. Напомним, что сегодня утром в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в результате выпадения сильного снега и образования гололедных явлений на перевале в Дальнегорском городском округе в превентивных целях было введено ограничение движения для большегрузного транспорта и маршрутных автобусов. Вместе с тем был возможен проезд для легкового автотранспорта.